Ходит она гуляет, и на чайку,
150. Собак. Вот изба. Большая, просторная. Печку потопим, подсушимся. Таких окушат ловили. О, зверь! Я видел. Коптилка. Вот где коптить. Что-то есть? Нет, не вижу. Все закрыто. Дров тьма. Избушки. Пойдем глянем, заходи. Первый. Все забито. Да, блин, открой. Уважаемые рыбаки, оставим после себя порядок. Спасибо. Ну что, мы же и здесь можем и на улице пожарить. Да, конечно, зачем здесь? Ну что? Да, зашибись. Вот где базу надо делать. Вот я и хотел, чтобы мы сюда доехали. А отсюда уже вон баня. Ну, на будущее. Вон еще что-то. Тут же раньше поселочек был. Вон тоже какие-то. Вон этот. Второй. Это этому этого добыли.
Я тут не сбросил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть лет. Это сарай какой-то. Да. Так, ну что, отец? Давай здесь вот на бочке жарим. Да. Тут коптильня вон даже есть. Да. А мы не ведро, ничего не взяли. Не в руку стоит. Что, должны быть, наверное, ведро? А, в бане. Да на двух давай. Соли, пересолим. Че, пойдем? Идемте, Владимир Александрович. Хорошо? После холода. Thank you.
Речка Юканте впадает в Паимбу. Вот дошли до такого порога. Вот и пошло. Я боялся за вот этой вот сучки. Видите, они как торчат. А так у нас лодка по земле ездит. Все, сейчас перетаскиваемся. Сейчас он нас тащить будет. Смотри, 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 что творит. Во! О, смотри, как монстр. Все, батя, завидуем. Там щучки такие огромные. Агонор пустой. Смотри, вон такой. У вас одна схватила? Смотри. О. Вот, они
где-то хер помогаешь, а я тебе... Я же тебе не помогаю, потому что ты мне не помогаешь. Еще попробуй мне не помочь в следующий раз. Ну, мучай, мучай. Пойди, я постараюсь. Андрей. Да не бойся ты ее. Ну, да. Че ж, может, мне еще нырнуть за ней? Не бойся. За глаза. Вот это да! Ну, килограмма полтора будет. А я ее за что держал? Давай, 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 я сфотографирую. Вот ты пасть, нифига у нее пасть какая. Рукава идет и две даже. Отцепляй блесну. Я сфотографироваться хочу, а не блесну цеплять. Дай-ка я возьму ее. Блесна отцепилась. Дай я возьму ее сфотографию. Да подожди! Мне бы так помогал. Ты даже взять ее не можешь. Я могу взять. Сейчас еще урони ее и все. О, пошло дело. Она ему перегрызла эту блесну. Фотку сделайте. Сейчас. Я сыру.